На железнодорожной станции Нижний Бестях завершился международный конкурс профессионального мастерства «Выбор пути» в номинации «Лучший машинист тепловозов». В течение 2 дней 25 профессионалов, машинистов из разных стран и регионов России выясняли, кто же из них самый лучший. За соревнованиями наблюдали наши корреспонденты. Организаторами масштабного мероприятия первого в Якутии международного конкурса являются Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия и Национальный союз железнодорожников Российской Федерации. В международном конкурсе приняли участие из Латвии, Армении, Монголии, Белоруссии, Казахстана и России. Мы, конечно, не ожидали такого уровня организации, это совершенно точно. Мы подходили как-то по железнодорожному, по-простому, но здесь аббревиатура так сделана. Ну и правильно, потому что люди приехали из дальних государств, тысячи километров преодолели, и ознакомиться с бытом Якутии, с национальными какими-то такими проявлениями, это очень интересно. Такие конкурсы проводятся для того, чтобы определиться молодым в своем жизненном пути, чтобы показать в результате большого труда учебы, люди достигали таких высот, показать молодежи, что такое профессия машиниста. Представлены практически все предприятия железнодорожного транспорта Российской Федерации, кроме РЖД, это и промышленное предприятие. Железная дорога – это локомотив развития всей экономики. На железной дороге главным человеком является машинист, который везет грузы, возглавляет локомотив. Это колоссальная ответственность, мастерство и профессионализм. Самый молодой конкурсант из Амурской области и потомственный машинист Иван Фролов 5-й год работает в железной дороге. Конкурс как бы состоит в 2 этапа. Это получается при приемке локомотива нужно проверить все приборы безопасности по манометрам, по приборам в кабине. И получается установленным порядком разогнаться до 15 км/ч и произвести установку как можно ближе к планке. По итогам международного конкурса профессионального мастерства «Выбор пути» в номинации «Лучший машинист тепловозов» победителем и обладателем сертификата на сумму 500 тысяч рублей стал машинист теплового эксплуатационного локомотивного депо «Зима» Восточно-Сибирской дирекции тяги филиала ОАО РЖД Вячеслав Шилов. Зоя Герасимова, Александр Шадрин, НВК Саха, Мегина, Кангаласский, Улус.